Орхидеи. Папоротник. Обожаю папоротник. Не слышно, ты же громче говоришь. Покажи манго наш. Такие же пальмы у нас огромные. Как цветет. Если видно, не видно, это манго Вот здесь цветет. тысячи цветов, потом опадает большая часть, один-два плода останется. И вот покажи, как орхидеи растут в природе, в принципе. Вот колибри, мам, снимай. Возьми меня, мам. Не бояться. Иди сюда. Вот орхидеи вот так в природе растут. Вот так, вот так. Еще покажи, мам. Второй урожай мистера. Вон желтенькие. Видишь? Хорошо, вот лимоны. И пошли, я что хотел показать. Сейчас иду. Да там уже нет так. Карамболь. Карамболь. Ты же комментируй, что это. Я же сказала. Карамболь. А. Смотри. Твоя любимая. Калачки. Калачки мы еще не зацвели. Это бордовые. А вот это кто? Я забыл, как называется. Там розовые начинают цвести. Ой, я не помню. Не калачики, а как они? Герань. Ну, по-простому калачики. Перелазь сюда, пока есть возможность. Мам, мне надо время на как? Сейчас. Барби. Вот она розовенькая. Здесь растут заново эти. Собаки повытащили. А вот смотри, мам, новый вырос. Ты бананчики все порезал. Есть сколько порезал. Ну, из-за забора. Вот это покажи забор между нами и соседями строю. Вот у соседей и... такой домик большой, красивый. А у нас зато растения. Елка вот такая у меня выросла огроменная. Сосна. Ну сосна, да. Сосна. Есть и елка. А, есть и елка, да. Ну, я сейчас отдельно ее сниму. Вот это цветет такими красивыми сиреневыми цветами. Ну, пока нет. Все включилось. Тещин язык. А здесь как его называют? Ой, как угодно. Хвост тигра. Хвост тигра. Коля, да. Де тигре. Потом меч Сан-Хорхе. А ты его поломал, что ли? Он высокий был. Кактус? Да. Да, он, сука, меня уколол, я его поломал. Вот он, смотри. Вот такие иголки. Не хочу даже да дотрагиваться. Да, мам, я оторвал лист. Иди, я хотел его показать. Смотри. Вот. Вот это очень опасный кактус. И вот эта иголка очень острая, она острее, чем швейная иголка. Сейчас показываешь, резкость есть? Вот ради съемки, рискуя жизнью, вот это вот микроскопические иголки, их тысячи. Наводится резкость? Мам, нет, не наводится. Да, а, это видно. Видно? Вот, смотри. Раз, раз. Все, они уже все в пальце. И вот это вот просто так не вытаскивается. Она там может обломаться и болит потом несколько дней. А вот эта иголка, вот смотри, сейчас откину. Оп. Ай. Она моментально протыкает
в деревяшку втыкается, в бумагу. Вот они. Малейшее прикосновение, и все, они здесь. Вот эти иголочки. Хоп. Подожди, палец покажи. Вот это самое противное в этом кактусе. Не вот эти большие иголки, хотя они тоже. Малейшее движение и до кости прям проходит. Потом болит несколько дней, как будто ушиб. Ну, я все показал, что хотел. Так. Это лимон разросся. Это какой лимон? Это лайм? Такой, который это, хороший. Как в России продается. Желтый. Желтый. А. Лаймы — это дичка. Пойду, наверное, елочку свою покажу. Покажи. Ну тогда придется выключить, наверное. Ну да. Вон пальмы. Или пройди так, не надо. Хочу показать пальмы наши. Какие высоты, какой уже. Пройди так, чтобы так быстро выросли. Видео не монтировать лишний раз. Быстро. Вот это дерево, 5 лет ему где-то. Ну, сколько оно метров? Ну, не знаю. Этажа на 4, если пару. Вот еще орхидейки. Я про них и забыл, не ухаживаю. А вон тоже кактус. Это другой кактус. Видно, да? Да. Этот нормальный. Вырастает, как огромное дерево. Рома, иди. Орешек хочешь? Иди, иди. Бешеный, Лё. Ты чё? А? А! Что такое? Рома, а? Ах ты злобин. Лё, какой бешеный. Что такое? А? Иди сюда. Бешеный. Отпущу сейчас. Ай! Укусил, сука. Горшок мне покажешь? Так, иди сюда. Чтоб размер был виден. Боится. Каланхоя цветет. Все, он уже подыхает. Это мои калачики начинают. Вот такой розовый, красивый у меня. Герань. Будет. Герань. Денежное дерево. Это елочка. Раукария. Молоденькая. Рома. Рома. На улице сосна тоже нехилая у тебя, мама. Самая большая.